Друзья, мы на складе в Киеве. В наличии паровально-шлифовальный станок JET-1632. Кто спрашивал, как выглядит? Ну, есть куча качественных обзоров на Ютубе, переговорить которые мы однозначно не сможем. Поэтому данная моделька есть в наличии. На январь 2021 года официальный дилер в Украине компании Электромотор по джету. Все оборудование, видите, новое, в масле. Поэтому применяйте промокоды на нашем сайте TUS2020 и покупайте все с хорошей скидкой от рекомендованных розничных цен. Планируем все-таки сделать обзоры, как-то догнать российских коллег, но, скажу честно, все в планах. Станки улетают, улетают сходу, поэтому пока просто близко в качестве 4К. Движочек, насколько у нас движочек? Мощность не видна, ну, однофазная модель, какие-то по виду где-то 3 киловатта. Регулировка оборотов. Изменение высоты барабанов. В общем, везде, где можем, залазим. Вот, открываем. Близко, близко. Шкала. В общем, моделька в масле, ждет покупателя. Компания Электромотор 5300 3/8.